Ну что ж, всем привет, с вами я, Боевитер, мы сейчас играем в Far Cry 1, продолжаем прохождение. Так, поехали, найдите здание лаборатории, найдите вход в пещеру. А что, нам плыть нужно или лучше обойти как-то? Один патрон, классно. Собака как-то попадает. Да ё-моё, сейчас начнет палить, сейчас начнет палить, вставай! Пошел. Давай возьму. Тя. Бинокль. Мы его потеряли. Да, они отмечаются вообще? Не. Можно только посчитать, сколько их. Трое. А, они на... Понял. На карте отмечаются. Ого, а чё их так много? Ого, он сюда уже прибежал. Бля, у меня вообще хп мало, я походу сейчас откисну. Попасть по нему не могу. Скажите, что у вас есть где-то аптечка. Ну да. От этого я не застрахован, конечно. Ладненько. На другой стороне? Если мы поплывем туда, нас засечет радар. Будет разумнее пройти через исследовательский комплекс. А что там исследуют? Сейчас некогда рассказывать. Внимательнее смотри по сторонам. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. Окей, я понял. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. Я Рэмбо вообще-то. Прям боевая. Теперь ты мой. Следить за местностью. Да, ё-моё. Ого. Ого, что-то их прям реально. Действительно много. В бункере на другой стороне острова. На другой стороне? Если мы поплывем туда, нас засечет радар. Будет разумнее пройти через исследовательский комплекс. А что там исследуют? Сейчас некогда рассказывать. Внимательнее смотри по сторонам. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. Thank you.
Да не я, что ты хочешь? Чё? Не буду. Сам таким занимайся. А я вас просто буду отстреливать. Да блин, стань нормальной стороной. Рабочей. Рабочей стороной давай. Ты смотри, не может нацелиться. А шею уже скинул, или что, он приземляется? Пошел нового брать. Так, минус еще один. О, куда-то улетел. Это странный вертолет, честно. Прилетел, улетел. Что-то себе там придумал. Да не я. Видно челик. Только один патрон есть, да? Музыка так включается, выключается. О. Так, там вроде один остался. Вон, побежали двое. Выходи из сражения. Да я никуда и не убегаю, в принципе. Выходи, сражайся. Какая крыса. Да, жив, конечно. Хрен знает, сколько их еще осталось там. Мне бы аптечку какую-то приобрести. Там у него, походу, ключ-карта есть. Или кто это такой? Вот не нужно быть агрессивно настроенным. Так, ты ж падла. Поехали. Какой же падл. На другой стороне? Если мы поплывем туда, нас засечет радар. Будет разумнее пройти через исследовательский комплекс. А что там исследуют? Сейчас некогда рассказывать. Внимательнее смотри по сторонам. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. Поступил при... Нужно что-то побыстрее сделать с этим нарушителем. Черт, он тут разгуливает прямо как у себя дома. Кроу пообещал дать 2 штуки баксов тому, кто его прикончит. Понадобится побольше, чтобы я высунул отсюда...
Прикол, их можно даже слушать. Они говорят по биноклю. Давай. Надеюсь, я всех отметил. Очень жаль, нету патронов на снайперку, так бы перестрелял половину тупо. А морду свою покажи, ну ёбан. Стыд. Еще и не убил, да? Оки-доки. Я думаю, туда гранатку нужно кинуть, блин. Она чуть дальше, ага. Я тебя уделаю. Сейчас я надеру. Так, лучше не спеша, походу. Проходить туда. Еще один бежит. Желающий, еще третий. Да не прячься ты за скалу. Так, еще один. Там где-то трое, наверное, четверо осталось. Потому что я и так здесь, в принципе, дофига перестрелял. Это, конечно, вам не Far Cry, а тут что сейчас.
Собака заметил. Как ты выжил, вот скажи. Как тебе это, сволочь? Какого хера, блин? Ну вот и все заново. Охренеть, блин. Просто зажал меня. Если мы поплывем туда, нас засечет радар. Будет разумнее пройти через исследовательский комплекс. А что там исследуют? Сейчас некогда рассказывать. Внимательнее смотри по сторонам. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. Короче, делаем как Рэмбо. Три... Чело оставалось. Блин, знать бы, сколько их вообще. Всех считать, конечно. Такое будет. Так, вроде выпал, да-да-да. Все, мы свободны от вертолета. Так, минус один еще. Еще какой-то поплыл. Так, пошли смотреть бинокль, вычислять их. Вообще нужно было изначально, конечно, это сделать. Так присел, конечно. Так, есть, там еще слева кто-то. Да ты крутой, однако. Так, давай вот здесь где-то позицию займем. Там пулемет. Yeah.
О май гад, это, блин, сложнее, чем кажется. Штуки баксов тому, кто его прикончит. Понадобится побольше, чтобы я высунул отсюда свою голову. Чем две штуки? Зато этого хватит на обратный билет, а больше мне и не надо. Ты слышишь? Ау. Эй, что там творится? Что здесь произошло? Это ты! Лабутку забежал. Есть. О, сохранение было. Хорош. Теперь можем валить их. Это как она стреляет? Что-то очень странное, короче. Да где этот последний? Прикинь, меня убьют. Вот это будет вообще просто. Провал провалов, блин. А вот. Крадется, как и я, блин. Ты тоже Рэмбо? Я тоже Рэмбо. Получше, чем он. Такс. Ладно, нам вот сюда нужно. Исследовательский центр. Да? Лаборатория. Эй, кто там? Стой! Да я не хочу с того сохранения. Дайте мне новые. Какой же мудель. Что за хуйня? Ёлы-палы, а что это за монстр? Будем надеяться, что эта тварь была одна. Надеемся. Ты там где? Мне стало сложнее отслеживать твой сигнал. Ты думаешь, я знаю где? Похоже на какую-то пещеру. Понятно. Станция забора морской воды. Черт. Свет туда туда нужно пошел, походу. Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Странно. А е-мое, понял. Понял. Может восстановимся. Ага, конечно. Это вам. Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Ты слышишь? Ого, вас. Привет тебе!
Ой, блин, мне нужна аптечка. Необходимо питание для лифта. Это ты? Это ты? Где ты сидел, скажи мне, пожалуйста. Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Охренеть. Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Еще, да? Поешь, сынца! Да не поем я, сынца. Вижу цель! Еще? Я убежал. О май гад. Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Да блин! Да блин! Да блин! Собака, блин. Ты что так хорошо, блин, расстрелял? И эти моменты, блин. Ясно. А где? Да идите нахер, вы слушайте, офигели вообще. Охренеть можно. Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Вообще хер полная. Вообще хер полная. Какой-то момент, а я на нем откисаю по 100 раз. Круто. Ясно. Ты ничего не заметил? А? Да. Что за чертовщина? Так, вот этого убрали. Что снизу должен быть? Это ты? Да давай, блин. Да падла, какого хрена он тудой обошел? Какого хрена он обошел тудой? Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Эй, эй, кто там шляет? Что там творится? Ты видел? А, что за крючи? Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Что это за звук? Что это было? А? Что здесь произошло?
Окей, питание включили. Не сюда нужно или что? Я не думаю, что сюда прям. Нравится? Конечно нравится, смотри, есть граната. Отсоси. Какие они быстрые, слушай. Молись, пока есть время. Все, откис. Последний. Я не думаю, что это последний. Страшно выходить. Я же говорю, вряд ли это последний, блин. 5 хпшечки откушал мои, блин. Сплошной ад. Мне кажется, подорвав центр связи, ты вызвал суматоху на всех островах. Трагины воспользовались этим и сбежали потрясающе. А? Что? Кто это здесь? Блин, как в Uncharted, слушай. Пойдет все нормально, нормально, а потом в конце какие-то мутанты, там всякая вот такая тема. Их хера себе пацана затянуло. А что это выпало? А, только тапки и кепка. Понятно. А нам что, туда же нужно? Да, блин, не допрыгнул. А он с разбега не хочет прыгать. Понял. У него еще выносливость закончилась, класс. Можно мачете взять. Типа по-тихому, но... Что там? Да блин, почему ты не допрыгнул? Может, не туда нужно? Может, сюда нужно? Почему я туда ходил? Попался! Твари, они окружили меня! Надо сообщить по... Окей. Что это за чертовщина? Должно быть, это Траген. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Приматы? Измененные. Приматы, окей. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с трекинами! Повторяю, не вступайте в бой! Почему? Не вступать в бой с ними? Ух, какая локация прикольная. Дойл, какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подопытного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта, делает подопытных крайне агрессивными.
Цель Трайгены! Стрелять на поражение! Нифига себе их там, слушай. Они не залазят сюда именно? Если я спущусь, наверное, будет очень больно. А ты задолбал, я тебя даже не вижу. Дай пробежать. Ух. Они довольно быстро откисают, так что это хорошо. Нам туда нужно добраться какой-то дорогой, да? Там поломано. Нет, тогда... Короче, там сломано. Придется, наверное, сюда и спускаться и пробираться на базу. Ну, я так понимаю. Не знаю, насколько они опасны, но... Нам придется спуститься, кажется. Криво Трахина в свою, блин, убивайте. Надеюсь, я правильно иду. О. Блин, ключ-карта нужна какая-то. Походу сюда. Хорош, они так хорошо подходят вообще просто. Можно по очереди их валить. Не то, что эти люди, блин. Да что ты? О, ё-моё. Так, здесь вроде ничего нету. Дайте, пожалуйста, аптечку, и я пошел. А, вот ключ карты есть. Хорошая новость. Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. К сожалению, теперь он не слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Так, дверь я открыл. Сейчас еще должен быть Трахины вот эти. Есть место! Вместо них здесь какой-то шлепок. Обломись! Да я и вижу, мясорубка у меня здесь уже. Как он меня красиво просто убил. С таким прыжком прям. Ладно, давайте вот здесь до сохранения дойдем. Джек, прикрой задницу бронежилета.
пошли, а меня чё? Настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Я, блин, не понял, что здесь мясорубка будет, да? Здесь уже мясорубка идет на протяжении всей игры, по-моему. И я точно не в минусе. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. В принципе, прикольно, там мутанты появились какие-то. Всем пока-пока.